На Совете по развитию малого и среднего предпринимательства рассмотрели и обсудили часто встречающиеся ошибки, недочеты в оформлении документов, предоставляемых предпринимателями в Управлении Федеральной налоговой службы. Среди основных – элементарные правила заполнения, сроки подачи финансовых отчетов, несвоевременной оплаты налогов. По словам специалистов, несмотря на развитие электронных сервисов, данная проблема сохраняется. На Совете также рассказали о фактах нарушения антимонопольного законодательства, в том числе в контрактной системе и при проведении торгов. Все это препятствует развитию бизнеса, ведет к недобросовестной конкуренции на рынке. Цель сегодняшнего нашего заседания Совета, она на самом деле простая. Для того, чтобы и предприниматели, и органы власти меньше совершали ошибок, эти ошибки надо профилактировать, говорить о том, что они есть. Тогда, соответственно, наше предпринимательское сообщество обращает на это внимание и не допускает соответствующих ошибок. Подобные семинары будут проходить как в областном центре, так и в районах, а их темы будут более узкими и предметными, чтобы досконально разобраться в проблеме. Светлана Епифанова, Василий Малухин, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру».